Новая детская площадка с качелями и тренажерами. По всему двору расположились лавочки, урны и ограждения. Обновленная внутриквартальная дорога и новые парковочные места. Так выглядит благоустроенный двор по адресу Георгия Димитрова, 87, в промышленном районе Самары. Преображение стало возможным благодаря программе формирования комфортной городской среды. Этот проезд, он практически был весь в ямах. Машины, им некуда было вставать, они вставали на тротуар. Это сейчас вот, ну, небо и земля, что было, что сейчас. То есть жители все очень довольны. Двор преобразился по желанию жителей. Они подали заявку, активно участвовали в разработке дизайн-проекта. Сейчас за ходом работ ведется самый настоящий народный контроль. Собрали документы, сдали. Это говорит о чем? Что в этом дворе инициативные жители живут. Когда детскую площадку построят, нам нужно обязательно вместе с жителями принять эту площадку, чтобы она долгие годы служила на радость вот этому двору. Сейчас работы во дворе находятся на завершающей стадии. Работа выполнена в процентном соотношении процентов на 80 уже. Подготовлены спортивные детские площадки, благоустройство было сделано, был заложен борт, было выполнено ограждение в полном объеме. Сейчас было сделано освещение, тоже в 100% объеме мы его выполнили. Сейчас устанавливаем малые архитектурные формы. Завершить работы в этом дворе планируют 31 августа. Параллельно в порядок приводят и другие дворы промышленного района. А у нас в районе в этом году ведется благоустройство на 31 дворовой территории. Это в том числе по программе «Комфортная городская среда» 11 дворовых территорий, по программе «Твой конструктор двора» 18 дворовых территорий и по губернаторскому проекту «Содействие» 2 дворовых территории. Также в промышленном районе Самары отремонтируют внутриквартальные проезды в 50 дворах. Ольга Хамракулова, Василий Колдашов. События.